Международный валютный фонд окончательно признал долг Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по его выплате несет государство-заемщик. Совет директоров МВФ вынес решение без обсуждения. Напомню, Киев добивался, чтобы полученный от Москвы займ в 3 миллиарда долларов приравняли к коммерческому кредиту. Однако Украине напомнили, что деньги от Москвы в 2013 году она получила на нерыночных условиях, под меньший процент. Выход из ситуации месяц назад предложил Владимир Путин продлить срок выплат, опять же, на выгодных для Киева условиях, но только под гарантией США, ЕС или Международной финансовой организации. Запад выступить поручителем отказался. Теперь для возврата займа Украине осталось 3 дня. В противном случае Россия обращается в суд.